пожалуйста, а? Чего офигел? Чего встал с ней, блядь? Чего встал-то? Да подожди, иди сюда. Ну ты чего ты как шалава вырядилась? Ты не хотел, чтобы такие, как ты, по городу ходили? Иди сюда, иди сюда. Чего ты, блядь, толпишься-то? Чего тебя не трогать? Чего тебя не трогать? Мне... Большая, не надо стоять как и вести себя как шлюха. Бля, ну пиздец, ну что это такое вообще? Чё в смысле? Чё в смысле? Чё там? Как шалава какая-то. Блин, слушай, мне не нравится то, что ты ходишь. Что значит офигел? Я тебе сейчас ворвать в ебу и всё. Ты что так вырядился? Посмотри на себя, ты на террористку похож, людей пугаешь. Ты что, ты смотри, все шарахаются тебя, смотри, все отходят вообще. Я ничего не сделала вам плохого, я просто стою здесь. Что ты стоишь, в хиджабе? Что ты? Что ты делаешь? Чего? Что такое? Просто у меня здесь ссоры. Что ты вот, что она не наделась так? А тебе что, ебёт это? В смысле? В смысле, бля, что ты доебался? Слушай, мне не нравится. Что тебе не нравится? Вот так вот. Эй, ты в зеркало смотрел? Смотри, ты пугаешь людей. Какая разница, Сёна? А? А тебе какая разница? А вам какая разница? Я с ней разговаривал. А я не хочу, чтобы ты с ней. Почему? Потому что. Почему? А ну как тебя это задевает? А тебя как это задевает? Она кого-то трогает. Нет, что-то никого не делает. Трогает. Никого что, не трогает. Кого она пугает? Меня. Ну и не, то, ну, не смотри тогда на нее. Чувак, ну она пугает меня. Смотри, ты тоже ее... меня пугаешь. У нее хиджаб. Застрелить тебя, что ли? Нет. Что такое? Просто она меня раздражает. Что в смысле, она меня я раздражает? Сейчас, зачем? За что? Я тебя ёбну сейчас. За что? В смысле? Я тебе сказал, я ёбну сейчас. Ты готов ее защитить? Ты знаешь ее? Нет. Ты за нее знаешь? Нет. Ну а что ты потом подошел? А ты ее знаешь? Я ее знаю. Откуда? Сестра моя. Серьезно, вокруг тебя никто так не... Чувак, что такое? Какое твое дело? Это сестра моя, ты что хочешь? Какое твое бля? Дело? Сестра моя, блядь. Ну и что, что сестра твоя? Я тебя, тебя это касается? Конечно, тебя это касается? Конечно, касается. Как тебя это касается? Да так касается. Как тебя это касается? Так касается, ты что хочешь? Чувак, все, успокойся. Я. Что ты так оделась? Одевайся нормально. Что делать? Давай. Ребят, знаете, что происходит? Что происходит? Мы снимаем видео, это социальный эксперимент. Но... Вот, посмотрите камеры. Спасибо, что заступились. Спасибо большое. Мы знакомы, то есть все хорошо.